Здорово! Кому-то нравится использовать тарзанку для прыжков с моста в реку, а кому-то, чтобы ненадолго взлететь над землей. Тот самый случай, когда плохо, если ты не залетела. Вообще, это похоже на стрельбу по бассейну девушками. Почему именно девушками? Во-первых, парни сильнее и могут выстрелить девушкой дальше. А во-вторых, там же во время полета с девушек всю одежду срывает. А парни любят на это смотреть. И еще раз. Помню, мы с пацанами в детстве во дворе хотели запустить в космос метеорит. А то чего они только падают и падают? Нашли булыжник, собрали жгуты со всего двора, привязали концы к двум деревьям, натянули жгуты и отпустили. Так образовались луна и звезды. В данном случае могло образоваться 60 килограмм мяса и костей. На самом деле это такое современное гадание на воде. Попадешь в бассейн, будешь жить богато, а если промахнешься, то в больнице. Отдых на даче — это круто и прикольно. Постоянно тянет сделать что-нибудь эдакое. Одна вещь. Хотя скучно, парни отдыхают, скромненько так. Вот помню, мы с пацанами на дачу приехали, оторвались по полной программе. Напоследок посмотрели на пепелище и отправились на другую дачу. А этим парням после отдыха и вспомнить толком нечего. Вообще нормальные люди кидают тарелочки и избивают их из ружья. Но попробуйте на даче из ружья стрельнуть. Дачный поселок мигом в прятки играть начнет. Соседи попрячутся от вас, а вы от полиции. Поэтому парни тихо сбивают пробки с бутылок тарелками. И все довольны, кроме агента Малдера. Пробка где-то рядом. А может, они просто открывалку дома забыли? Зато тарелок взяли, не пересчитать. Вот и выкручиваются как могут. Я же говорил, что открою! Пиво, да, консервы! Кто-то хочет стать космонавтом, а я бы хотел быть вот этим котом. Привет. Ах, вот как ты готовишься к передаче, зайчик. Какой передач? Конечно, откуда тебе знать, если ты на парах не появляешься? А завтра, между прочим, последний шанс, да? Сами прикиньте, быть этим котом намного круче, чем космонавтом. Потому что вылеты в космос у него проходят гораздо чаще. Как и положено в фильмах, нашему герою противодействует злодей. Тут злодей представлен в лице бабы, которая трясет бедного котейку, пытаясь разбудить. Но наш герой побеждает злодея с помощью старого проверенного пофигизма. Все с языком. Этот ролик должен вдохновить отечественных мультипликаторов для продолжения Простоквашино. Я уже вижу промо. Неправильно ты, дядя Федор, марку ешь. Надо было ее под язык класть. Я знаю, кто его хозяин. Может, это кот из рекламы кошачьих консервов? Стал знаменитым, сперва начал баловаться валерьянкой и понеслась. А может, Куклачев загонял беднягу? Нет, Куклачев, хоть убей, я больше детскую коляску толкать не буду! Может, у него сердечный приступ? Может, кто-то, который раскрыл страшную тайну о том, что его лучший друг, Красная Точка, это всего лишь луч лазерной указки. Это запись с камеры, которую нашли в заброшенной норке бурундучка. Говорят, в том городе часто пропадали одинокие туристы. Никто не знал, куда они исчезают. И только запись помогла раскрыть тайну бесследного исчезновения десятков человек. Вообще, дикие звери в последнее время совсем обнаглели. Вороны на лету из рук гамбургеры вырывают. Обожравшиеся белки от нечищенных орешков носы воротят. Бурундучки эти еще. Того гляди, голуби в дворах у гопников семечки отбирать начнут. Запомните этот злой оскал природы. А прикиньте, парень возвращается домой, такой весь избитый, поцарапанный, в бинтах, с костылями, фингалом наставленный. Подруга ему, что с тобой? Бандиты напали? С моим бывшим подрался? А он так гордо молчит и ждет, пока подруга с ним из гордости сексом займется. Какой идиот скажет, что на него мелкий зверек напал и чуть не покалечил? Но во сне он снова и снова будет видеть этот кошмар. Хотя на самом деле все намного проще. Эти бурундучки всего лишь артисты на премьере фильма. А прыгнувший секьюрити бросился объектив закрывать. Это был Плюс 100-500, меня зовут Максим, пока. Этот мяч ушел прямо как бывшая подружка, которая никогда не вернется! А вот интересно, как он другие ситуации в игре комментирует. Фол, грязный, как твоя подоскучная мамаша! Сингл, как твоя толстая сестра, которую никто не зовет на свидание, потому что она воняет!